Третий день выставки ProDexpo 2022. Рядом с нами интересные люди, интересные продукты, интересные компании. Здравствуйте, давайте знакомиться. Здравствуйте, меня зовут Олеся. Я являюсь генеральным директором компании Target Merch. Мы мерчендайзинговое агентство нового поколения. Мы являемся дистрибьютором на рынке. Из крупнейших дистрибьюторов Российской Федерации нам удалось создать уникальный продукт, который позволил нам стремительно ворваться на рынок и завоевать доверие поставщиков. Расскажите, зачем нужен мерчендайзинг? Мерчендайзинг решает ключевые задачи в торговых сетях. Это такие, как организация запасов, продвижение, расположение и оформление витрины в торговой сети. Чтобы было красиво и хотелось покупать. Да, все верно. Расскажите, где вы уже работаете, с какими сетями и какая география вашей работы? Мы работаем со всеми федеральными сетями, такими как X5, Пятерочка, Dixie, Магниты, Перекрестки. С нефедеральными сетями, такими как Азбука Вкуса, Магнолия и так далее, на всей территории Российской Федерации на данный момент. Мы подключаем Беларусь и Казахстан, то есть скоро в нашей адреске появятся два новых города, это Минск и Алматы. Здорово, это реально здорово. И тогда такой вопрос: вы расширяетесь, вас становится все больше. Какая численность персонала у вас работает? На данный момент численность нашего персонала насчитывает более 5000 мерчендайзеров, это по территории России. Что касается регионов, это более 100 торговых представителей, которые следят за мерчендайзерами. Что касается Москвы и Московской области, это 87 торговых представителей, 3 супервайзера и 15 аналитиков, которые занимаются как раз-таки программным обеспечением и проверяют отчетность мерчендайзеров. Интересно, программное обеспечение, потому что при масштабировании всем понятно, что когда у тебя в штате там 5 человек, ты их можешь контролировать просто по телефону или в WhatsApp. Если у вас огромное количество работников, при этом география ширится настолько сильно, не обойтись без какого-то своего программного обеспечения. Здесь хочется немножко подробнее. Да, у нас свое программное обеспечение, у нас уникальная платформа, разработана на базе Android и iOS, которая позволяет клиентам в режиме онлайн проверить отчетность мерчендайзеров, посмотреть, какая ситуация в сетях, ну и внести какие-то свои комментарии относительно рабочего процесса. То есть клиенту выдается логин, пароль, под которым он заходит в программу, смотрит, что происходит в точке, ну и, соответственно, вносит свои коррективы. Какая-то легкая игра в Sims. Можно зайти, зарегистрироваться и управлять людьми, которые будут работать и выставлять очень красиво товары в твоей точке. Да, все верно, так и есть. Плюс 21 века, да, то, что все цифровизируется и становится удобнее, и главное, делается все быстрее. И я хочу пожелать вам удачи, и надеюсь, наша выставка тоже подарит вам много-много интересных бизнес-знакомств. Спасибо большое. Вам тоже удачи.